на портал Экзагет поступил вопрос. Что такое канон Библии и кто его составил? Слово «канон» происходит от греческого «кане» — «тростник» или же «мерная линейка», собственно, из этого тростника изготовленная. То есть канон есть не что иное, как мера. И говоря о каноне библейском, мы имеем в виду ту меру книг, которую мы определяем как священные, а, общезначимые, как тот объем а, литературы, который является для нас, неоспоримо, священным писанием. Нужно заметить, что а, процесс канонизации библейского корпуса а, был достаточно длительным, да, а, это не одномоментное а, некое действие, и включал в себя несколько важных этапов. Ну, во-первых, мы имеем в виду, что библейские книги не были написаны одновременно, да, то есть они не сложились в канон просто по факту э, своего чисто механически своего написания. Книги эти писались с очень э, большим временным разрывом, ну то есть условно, да, например, там к XIV веку до Рождества Христова мы можем отнеси, отнести отнести э, там то же самое Пятикнижие, да, к первому веку до Рождества Христова, например, при мудрости Иисуса сына Сирахова. Да, то есть между ними огромный временной зазор. Конечно, новозаветные тексты написаны в значительно более короткий период. Да, это практически все они четко относятся к первому веку по Рождестве Христова. Но при всем при том канон складывается этапно. Во-первых, в рамках написания данной литературы, то есть ядром ветхозаветного канона является пятикнижие, самый древний корпус текстов, относимый авторитетностью своею к Моисею. Далее у нас появляется ряд книг, не все, кстати, из которых в библейский канон войдут. Ну, то есть, например, Ветхий Завет упоминает порядка 20 с лишним книг, которые известны нам по наименованиям, но не дошли до нас. Это какие-нибудь, например, какие например, летописи царей израилевых или э, сказания гада-прозорливца, да, то есть тексты, которые, э, будучи написаны в тот же период времени, что, например, и другая библейская литература, тем не менее канонический статус никогда не обретали. Э, в конечном итоге ветхозаветный канон будет известен нам в двух видах это так называемый Масарецкий канон и канон Септуагинты. Канон Септуагинты является основанием для ветхозаветного канона традиционных церквей, православных и католической, и включает в себя 50 текстов. Это как раз закон, пророки, писание. Три крупных блока. А, называется он каноном Септуагинты, так как а, является списком книг, а, переведенных а, да, священного писания, а, переведенных с а, иврита, преимущественно на греческий, а, примерно а, в третьем веке и а, далее уже да, несколько в более ран, а, ранние периоды а, в Александрийской диаспоре. Да, обычно об этом рассказывают как о заказе фараона, но э, текст, повествующий об этом, письмо Аристея, скорее всего сам по себе является апокрифом. Так вот, канон Септуагинты 50 книг. Более короткий канон масорецкого текста, а, тот, который при, а, принят в иудаизме и, соответственно, в протестантских деноминациях, включает в себя 39 ветхозаветных книг. В наших изданиях Библии вы можете заметить, что эта разница определяется через наименование ряда книг так называемыми неканоническими или второканоническими. То есть те самые 11 отличающихся в православном издании будут обозначены как неканонические книги, то есть непосредственно в канон не входящие, но имеющие важный учительный статус. С новозаветным каноном ситуация проще, он а, относительно одномерней. Там тоже есть свой процесс формирования, есть свои типы, э, скажем так, да, вот этого и канона, и входящих в него текстов. Но принципиально практически абсолютное большинство христианских церквей, конфессий и деноминаций разделяет мысль о том, что новозаветный канон включает в себя 27 книг. Говоря о процессе канонизации, да, кто его составил, мы можем заметить, что церковь учит, что канонизация Библии — это такой же богодохновенный процесс, как и написание книг. То есть одним и тем же духом вдохля... вдохновляются пророки, пишущие тексты. Этим же самым духом вдохновляется община, в которую преподаны эти тексты, то есть она должна их распознать как священные. И этим же духом дается и э, навык толкования, да, навык понимания этих текстов, который должен жить, да, пребывать и действовать в этой же самой общине. Поэтому изнутри общины Израиля и появляются ветхозаветные тексты, и канонизируются ветхозаветные тексты. Изнутри церкви Христовой и появляются новозаветные тексты, и канонизируются новозаветные тексты. Одним действием Божьим эти книги и написаны, и канонизированы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.